пока. Я, короче, вообще до кашка иду. Вот это Dark Souls, да? А там танка нет у тебя? Да, да. Ну, там ДД-то такой кривой. Шмота нет, у меня льда надо нафармить. Я тоже вот. Ой, блядь, надо заскринить такого, блядь, это пиздец. Здрасте, кого это заскринить? Откройте его шмота, смотрите, и заскрините, это пиздец. А, это ты про хулипала, который наоделся в рога шмот? Будет форс, да, который. Рога, там Элема, там все подряд вообще. Пуху, пуху, смотри, пуху, блядь. Ой, ребят. Пух охуенно. Я вам говорил. На прошлой неделе видим паладина, который паскуда кресты всем давал миликам, говорил, дай кувак, давал кресты и сказал, учи игру. Вот это было гениально. Учи игру, пиздец. Ты выучил или нет? Да не, ник я не помню. Главное, я паладином с ним попал, я всем каски дал. Блин, он роги монорехи, блин, коту монорех дал паскуда. И говорит мне, учи игру. Паскуда тварь, да? Че интересно? Не говорит. Так, ну Demon Riser этот Вуди ТВРК. А че у тебя ПГС? Это же протопал, да? Че там, затанчишь с Халёна? Короче, дело к ночи. Делаем очень просто. Очень просто делаем. Хлох матком, лол. Там плюсует. Сейчас. Last slot, короче, если что. Желательно хилов. Рыклах матка это кто? Хрен его знает. Нужен хил сейчас. Honor Drew 5.9. О, Росар, я кресты раздам. Я уже аддон настроил. Рыклохматка это кто? Ну, а заметки написано, говорю, что полем. Здорово всем. Здорово. Ну, возьмем что. Здравствуй. О, 4 хила, надеюсь, мы справимся. Ясен хуй. Не уверен. А что это так произошло? Резко так, все присумонились. Я ничего бафать не буду, я танчу танком. На той неделе просто рейды шананы были в норме по 3,5 часа, поэтому решили с рейдом пойти на 2. Блять, да, подождите, баф еще не раздал. Веду еще пачку, бьем пока. Так, сейчас поставлю голос вообще, блядь. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Запястье, да? Шея. Короче, даже я фрост забираю, короче, со всех, да? Даже на кольчуги. Там же есть тапки топовые на ретриков кольчужные. У нас в гильдии какой-то паладин одел энха кольчугу, короче, и гонял довольный, как слон, в 25 гир. Вот это было круто. Это, блядь, даже зеленку сейчас оденешь, если упадет смог.
могу. Иди, блядь, КПГ фармить. В резку, блядь, пошли. О, да. Ну что, милики, можете слаконить. Че, можно ливать рейды, что ли? Ну, в принципе, да. Тухана, поливаем. Это пиздец, это что, это сразу кабелла, блин. Пару месяцев назад удержал обратно. Ты главное на пале выстави от 1 до 9 бабл нахуй и все. В любой непонятной ситуации нажимай кнопку Z и беги, блядь. И камень прожимай. Да. Но. Чего вчера был ивент у тебя? А что было? Не получилось прийти, дела были. Пиздец, что я весь ивент попал на эту голду. Обидно. Это что, весь ивент просто раздача голды? Розыгрыш. Так вы что, 5 льда вообще взял на РСК? Кулак только дайте. 5 льда вроде бы. Ну да. Километр. Ты понимаешь кнопку Z, я же говорю, ставь от 1 до 9, не ошибешься, блядь. Вот видишь, сейчас была непонятная ситуация, ты про нее забыл.
Что, паладину собрался шмотчи? Да, мне нравится рядом с тобой быть. Боже, какой голодный. А не, за ней вроде вообще. Блять, я сейчас запястье за ней, смотрите. За ней, за ней. А что, раньше живет довольно сильно, вроде. Мак, дай стол, Мак, пожалуйста. Маги, дайте столы. Маги, стол. Маги, дайте стол. Да вон стоит стол слева, возле кона. На тебе еще один. Живите, рыба. Рыбка, где? Спасибо, привет, рыба. Правда, там одни кости лежат, но похуй, ешься. Вот это нормально. Ну что за чушь, блядь? Ты все падаешь на. Будет во втором окне танчи, давай, пошел, давай, давай. Да нет, там срезали. Давай, беги, ты сможешь. Давай, вот все. Болтар не оставляет живых. Че, как ты мили понимаешь, ты опять забыл про кнопку Z просто. Она у тебя есть, но ты ей не пользуешься. Сначала упали я миликов, потом тоже упал. В общем, там вар сделал чардж в него и застанил. Босса на 2 секунды. Серьезно, я видел, он, короче, чардж сделал, ты еще сказал, почему босс не идет. Он его заставил чарджем или перехватом. Да, проф вообще зло. Пропахайте каску, хуяску. Каску, хуяску. А чей вар за альянсы Реневалка? Он так терся к моим персонажам из Dark Stars. Танцевал, плясал. Цирк приехал.
Потому что щиты раскидываю. Куда чарджер? Кнопка на даже блять, что хуйня? Все. Пойда лестница. Пал. Хуйня! Это было волны. Два ляма осталось, вы чё? Ляма сможем. Давай, вар. Как тебя босс-то вообще ваншотит, блядь? Вроде фу, ты просто позабкайся его и всё по чуть-чуть. Я бы перед танками шел, но, блин, ТЦ такое себе. Лучше какому-нибудь РШам и РДУ с кейтарками. Просто вот фул хп был, ахуя смотрю, ноль уже. Так, смотрите прикол. Он сейчас и не давал волны при разделении. Ну, типа, вот эти не откидывал. Просто детали смерти, линкани свои и все. Он даже не дал по своему телу попрыгать. Но слизня нахуй, слизни дамаг увеличили. Да. Вы не смейтесь, но я сегодня с Серсеей ходил, и мы с первого раза убили. Ну вот это вопрос. Так пугает был. Так стаков чё-то мало набираете, давайте соточку. А то 50-70 это маловато. Не доигрывают. Это все хуйня. Цирк приехал. Хилы рати ваншоты не лечат. Подожди, сейчас повесим. Двое сильнее страдали. Да, да, чарджим. Да, чарджим останется. Ну да. Смотри, он впал, даже не попал. Под стэком. Блин, попал, залетает вообще. Да что? Отдаем за КП. Блин,
Так, бля, Галима, ну можно теперь все, можно вообще на изи закрывать. Вихрь сбивать можно, блядь. Здесь произошли страшные события. А он же раньше много достанился, да? Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы. Там двое АФК. Мы даже не успели понять, что... А где эта трубка сдалась? Мы, братья, гибли один... Что ты говоришь? Где вот это говно квест сдалась? Возле дерева. А ёпта, блядь. Но основной целью врага... Или погладился. Или не возле дерева, не помню. Вот именно, я тоже туда бегал, его там нету. Ну, чем-то там, голова, где нет, женщина что-то говорит. Слышишь голос? Вот это там. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. А что, демона нет? Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно из них... Где еще раз я буду хилить? Все хорошо. Воин баранчика выбил. Мне вчера Паву сразу два упало маунта. С одной сумки. Я охренел. Я уже десяток баранов выбил и ни одного кода. У меня наоборот, на всех курсах кода. Зубы отдал. Только если можно на меня. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Кто из магов там самый сильный? Где ромбик? Подожди секунду, Клав, дай хилки рыбам. Секундочку. Да. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Это шли от босса. Вар отошел от босса. Ну я красавец. Ха-ха. Да я что-то прослакал метеорит. Да метеорит забыл, что падает, вообще не увидел его.
Кто он покос? Блять, я не могу фрейм этот, блядь, вытянуть. Пускай не сдох, блядь. Я же, смотри, зашел в да. Я не могу фрейм оттуда вытянуть. Выноси, друид. Спал. Скажешь, как выходить? Да, я понимаю, что я грифрейм оттуда не могу выкинуть, чтобы на них отыкнуть. Что-то дохуя нажимать надо. Залейте ману в ману. Остерегайтесь теней. Кто там свет-то диспелил? Все, я диспелил. Да-да. Нихуя себе. Допика. Там подиспельцы с той стороны. Вот, ты в следующий раз объясняй, где буква О находится, с какой другой буквой. А то я кнопки 1-2 больше ничего не знаю. Да. Не перебегайте, не перебегайте, не перебегайте. Ебланы, блядь, кто диспелит, сука-то. Не, он сдох. Не. Ну то, по идее, чувак должен был выбежать уже. Аж баш, выбегай, баш. Блин, блядь, спалить я далеко не вижу его. Ман, ну блин, стране... в конце комнаты. Ману залейте. Говно. О! Латы. Весь лут, весь лут. Вон, коту надо. Панонов, да? Плачь, парень. ЗПС. 4, это просто нечто. Да, я
Вот, можешь мне на столба закинуть, все. Я не буду заходить. Мы в ЦЛК сейчас или так? Сейчас я. Войт, там можно квест сделать на грани? Нечисть, Валитрия и Синдра. Ну, думаю, да. Чё это Валитрия? Ланотель имел в виду? А одному ты накинул. Вон чувак и лишний зашел. Розан написал. Блять, опять взял бы квест этот ебаный сделать. Все начислили, ливаем. Вот скажешь, кем заходить там. Че ты там? Зашел, нет, твой? Я тоже самый. У меня просто. Там просто другого больше никого нет. Вы знаете, что сегодня с 25 оп упадет объект? Да, однозначно. Слава, оставь мне слот, зайду кем надо. Сейчас. Увы, там ключ будет. Окей. Фу, ключ, клык. И объект. Или фуриком зайти. Пока вы вырастет, подкушаюсь. И в ЦУК с вами. Хоть паладинов, блин. Хоть чуть-чуть. Бой. Все паладинов. Сколько тебе паладинов, говорю? В смысле два, когда ты успел качать. Да у Олега больше паладинов. Сколько у тебя варов? А у Олега паладинов там тоже вроде 3, да? Или 4? Не могу пригласить члена другой группы. Хрен их знает. Не могу пригласить члена другой группы. Я уже пасеку. О, шаманов в этом рейде будет. Престом или магом? Давай меня в пятую пати.
А, и 500 этот, ГС, блин, 498. Может, ты сегодня вот тремя обойдами пойдешь в ссылку, и все шмотки заберешь? Блин, надо правила дописать, чтобы не рулили друг на друга. Бывает на Крима кинь. А вроде бы есть же эти правила, что нельзя ролить. В гильдии нет. В гильдии не ролят ни друг на друга, ни когда улучшат-то даже берут, не ролят друг на друга. Ролишь чисто на себя. Почему, когда улучшат есть, ролят как бы друг на друга разрешается, если не ошибаюсь? Не, я так не делаю. Нет, было в прошлый раз ЦЛК 25 гер певчий собирал, он там ролил на кого-то, потому что пуги были. Меня он ролил. Чеслав, только не нашел. Контов много. Войт, кто тебе нужен? Аркан или Эрдру? Сейчас зайду. Чё так? В смысле? Личку плюсанул. Почему это бесполезно, если очень даже полезные метки выносит быстрее все? Диспелит еще. Если ты блинком выносишь метку, то тебе ГП. Потому что надо из метки блинковаться, а не выносить ее. Ага. Особенно ага. В гере, когда она разливается на пол экрана, если медленно вынести. Ну, проще выпрыгнуть из метки. Так хилам надо прожиматься на себя, а танков не держать. Получается такое. Не знаю. У меня нормально получается и выносить, и диспелить себя, и не умирать при этом. Как говоришь, твойник? Рука в трусах. Бычки вообще никакого напряга. Погнали, погнали. Ладно, я пойду пока кофе сделаю. Хилы есть, в принципе, за всех засумонил. В смысле ты хилить попробуешь, у тебя 8000 монет. 6. Сразу хильнул, все, поманись. Это как вчера Ивин был, то же самое. С такой же количеством маны. Бейте, блядь, пробудители, хильте меня, сука. Не сдохните, ублюдки.
И активный театр. Да нет, тут короче какой-то пиздец творится. Галуется, что ли? Давай, если два голда там, что переживаешь-то. Вот поверил, что его там не видеть. Там даже одного голды заринуть не будет. Темнее его шмот, где он валяет. А, он. Он фулл сломается, он голды и на 10, наверное. Ха-ха. Ну вон, кисти продашь, починишь шмот. Локон есть, кишка, ноги, ноги продашь. Кто второй танк? Седр и... Белец пекась. Ставьте шкаф за сумонти. Два лока пробуют. Еще раз. А кто лагнул? Спасибо. Все. Да, да, да. Ты протопалом? Да. Че, погоди, блин будет же босса танчить или я? Сейчас этот центр, блин, хрен. Бейте командира, пусть протопал держит весь остальной трэш, блять, не срывайте. 5 ебаных хантов, 6 даже на пол не мог отдать, протопал. Нет, у меня была власть отключена, блять. Да с протопала сорвали.
Ладно, чайник. Там ее видно, там предпоследней колонке, если не ошибаюсь. Сейчас найду. В виде квадратика серенького появляется. Там предпоследняя, если не ошибаюсь. Там аура, типа, понятно. Что в этом духе. Сейчас бой спадет, я тебе скажу. Короче, цвета, и там выбираешь, типа, хоты. Круто, пал, открывайся. У меня мало маны. Моб сзади бежит. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Это, по-моему, затраты маны снижает два раза. Да, на 50% и увеличивает отхил. Да долби сильно с чатью, чтобы у тебя маны. Да, 10 до 20 есть. А ты знаешь про губу? Запомни, через сколько сможешь. Да не так там это делается. Там делается, в общем... Есть там заклинание, извиняюсь за французский, вторая закладка, если там есть типа бафы, ты выбираешь галочку на частицу, там на кулак, на свой, на каску, что-нибудь в этом духе. И уже ставишь, что нужно. Главное, очка уходит. Сейчас бой спадет, скажу. Нет. Блять. Ну подожди прям минут. Сейчас убьем, скажу точно. Блять, залетим победители, заебали. Они кидывают нам. Чем два ханта хуйней занимается? Смотри, заходишь в закладку бафы. Там у тебя есть частица света, ставишь слева галочку. И у тебя появится еще одно окно.
И вот на кого ты частицу повесишь, там будет отражаться таймер этого бафа. Есть? У тебя один новый получилось? Ну, я не помню, что у нас. Ну, можешь включить, если она отсутствует там. Зеленый тебе не надо. У тебя должно быть рядом окошко, и я там чё, должно быть частица света. Поставь чё бот, и проблем не будет таких. Я не знаю, что у вас за проблемы. Каску помогу, дайте, пожалуйста. Куда хрень она пулит? Да нахуй ты, сука, таунтишь-то, бля! Святая клятва. А хулик ей не пользуется. Все ей пользуется. Сокет и на инту, либо шмот с монорезом. 20 контов в рейде хоть бы один напулил, блядь. Ну, вообще, святую клятву юзают под божественное прославление, там, которое уменьшает затрат маны, увеличивает хил, либо под крылья. Ну, святая клятва, она там урезает от хил. Когда ты юзаешь эти два спелла, она у тебя не урезает. У тебя тоже на то же выходит. Но при этом у тебя увеличивается ну, монореген, соответственно, и хил такой же у тебя идет. Тупо ханки дохнут. И это прекрасно. Зашибись, качево. Дайте, блядь, сказку на голову. Что это за хуйня висит у меня? БДК каску, блядь. На кого там напуливать? Кто там? Седер первый. Первую копию ловит Копарка, вторую копию ловит Билли. Ну, хан, ты чё не пишешь, блядь? Знаете, сзади из-под хан... морды ушли все. Будет отойди, блин. С хилботом меньше проблем. Да-да. Ну, то же самое. Кто вторую копию? Я, убежала она. Да нахуй ты? Да блядь, Копарь с меня забирает, зачем ты это делаешь? Блядь, я ловлю копию, ты меня забираешь ее, блядь. Я поймаю. Да чё вы делаете? Нафига вы с меня её забираете? Бля! Блин, ты вообще тупой, блядь. Ты сам тупой, слышишь, а? Да зачем, блядь, ебаный?
Блять, таун чё, обратно кидает таун, блять. Ты не видел, что он на лока смотрит интоксикацию? Я не знаю, под какой я там. Ты перетаунчиваешь, это такая хуйня. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Тебя на чашечку чая приглашает. Что происходит? Силы были неравные. Мы, братья, гибли один за другим. Маг, Винстл, дай. И запечатал вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Стамину дайте. Секунду, прибегусь. Ну, блядь, дрит просит крест нахуй бахнуть, сколько дает, блядь. Инту, мать. Крест. МП5 по шаману. Белин, ты справа. Знаешь, что больше хулипала бесит, нахуй? Когда ману отбиваешь, блядь. Манускрипт возьми, который от хил снижает, а ману затрат снижает. Он там 98 ГС всего. Правосудие, если это повесить, на тебе появится баф на 1 минуту, по-моему. Тебе от правосудия хилить будет, и от этого. Скорость каста увеличивается. А правосудие мудрости у тебя будет резаться мана. Он холик, он света должен лишить. Правосудие света таки повешает. Короче, я в ДД буду. Назойливая машкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Сука, не пульте босса, пока не вынес таун, сука, бля. У тебя сосредоточение. И печать там, меч, который синенький тикнет. Дайте рыбу. Сука, дайте ебаный, блядь, крест на шамана. Чё с потями? Теперь каску верните. Слав. Теперь каску верните. Сейчас дам как. Слав. Чё с потями? Давай по кресты опять. А то вы мне каску крестом забили. Первый, второй, свет, третий, четвертый сма, блядь, как обычно. Блять, как вы бафаете, опять каска пропала. Магу крест. Уберите вы нафиг этот кулак и дайте... А, вот, все нормально, наконец-то. Короче, идите нахуй. Лук поменяй. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь.
Узреть начало эры разрушения. Кто-то остался за границей. Давай по пати скажи. След босса. Пати какая, где? Как говна. Вернись, ма, все, блядь. Бля, в огонь. Пошел портал и огонь, короче, здесь, сука. Кто там танчит? Я в прыжке забежал. Два процента готовься. Бербо. Че на что 2 минуты КВЧ? Диспел. Отсмет вообще рус. А, роту минуты еще в КД. Сейчас рот откатится. Хорошо, подростком бьется. Восьмой.
Ну, химчишка. Блин, мне на престол надо было. Твою дивизию. Весит 30 тысяч, блядь, нахилил себя. Не хочешь свой сам ранил? Там валяйтесь всем. А, вон плохо там. Сотку, блин, дам тебе. Ну, поздравляю еще. Давай, давайте еще кто-нибудь соточку кто-нибудь еще сейчас перерол. Ясно, Орел кинул на плащ. Форт Баларан ставлю, прыгайте кому надо. А чё это? Такой живот упал, как в прошлый раз. Ранда, залетай в портал быстрее только. Можно мне на ЕП еще раз? Не могу пригласить члена другой группы. Ну да, в целку готовимся идти. Скорость. Ну да. Куда Олег пропал? Ж вы на ЕП плюсуете, да? Да, он не знал, что происходит, и тоже плюсанул. Вот, ты знаешь, что я ради тебя на работу сегодня не пошел. Гэндальф у меня не Кайшобьюр. Третий. Кого? Да дофига у нас. Бьёрн, то есть...